кинематографе есть режиссеры, чьи фильмы очень сложно объяснить с какой-то обычной прагматичной точки зрения, там, с точки зрения какого-то определенного жанра. Вот вроде бы все в них просто. История, герои, мотивация этих героев. Но есть какая-то изюминка, по которой можно вот этого конкретного режиссера по кадру отличить от множества других. И его конкретный фильм выделить из множества других фильмов. Вот одним из таких режиссеров, на мой взгляд, является Уэс Андерсон. А говорить я сегодня хочу о его фильме «Королевство полной луны». Что это за птица? Я воробей, а она голубь. Нет, нет, нет. Что ты за птица? Утром в бойскаутском лагере старший вожатый заглядывает в палатку к одному из своих бойцов и не обнаруживает его. Он явно сбежал. В это же время из почтенного семейства, из дома почтенного семейства, убегает юная леди. Явно, что это все не просто так как-то друг с другом связано. Принципиальный шериф местный ставит всех на уши. Старший вожатый бойскаутов вместе со своими парнями начинает собственные поиски. А юноша с девушкой отправляется в первое свое романтическое путешествие. Ведь у всех в жизни случается эта самая первая любовь. Дорогая Сьюзи, вот мой план. Любезный Сэм, я на все согласна. Дорогая Сьюзи, когда? Любезный Сэм, где? Дорогая Сьюзи, от своего дома двигаешься на север, проходишь 500 шагов по тропинке, затем поворачиваешь направо и идешь до конца. Я буду ждать на лугу. Лично у меня при просмотре фильма «Королевство полной луны» на ум все время приходил старый советский фильм «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Они, конечно, совершенно разные по эстетике, но схожи они в одном очень важном моменте. И в том, и в другом мир взрослых противопоставляется миру детей. И при этом мир взрослых выглядит значительно хуже, грубее детского мира. Это и понятно. Во всем остальном эти фильмы, конечно же, разные. Уэс Андерсон – режиссер очень самобытный и очень оригинальный. Андерсон лихо демонстрирует свою фирменную эстетику, вот это вот традиционно, умело играет с ретро-артефактами, потому что действие перенесено в 65-й год, и это позволяет режиссеру поиграться вот с этими пластиночками, какими-то смешными проигрывателями, ну и плюс шутки, которые подаются с экрана с очень невозмутимым видом и серьезной миной. Это, конечно, тоже очень трогает и подкупает. Актерский ансамбль в фильме просто как на подбор. Здесь и Билл Мюррей, и Брюс Уиллис, и Фрэнсис Макдорманд, Эдвард Нортон, Харви Кейтл. Кого здесь только, короче, нет. Плюс Уэса Андерсона отлично играют дети. И при этом взрослых он снимает вот как будто они такие просто сильно вытянувшиеся дети, потому что у них те же самые обиды на окружающих, те же самые комплексы и какие-то свои тайны. Все эти карты, компасы, бинокли, арбалеты. Уэс Андерсон явно купается во всей этой детской эстетике, и фильм интересен взрослым еще и потому, что у тебя по ходу складывается желание снова хотя бы на чуть-чуть окунуться во всю эту детскую историю. То есть взять палатку, уехать куда-нибудь на далекое озеро, на берегу этого озера разбить палатку, в палатке читать приключенческие романы, потом танцевать вечером под магнитофон или пластинку на берегу с любимой девушкой, учиться целоваться. В общем, такие вот простые милые вещи, которые взрослому человеку уже недоступны. Фильм «Королевство полной луны» – это такой трогательный акт неповиновения взрослому миру, снятый для детей изрядного возраста и милый, романтический и прекрасный. Короче, хорошее кино. А все остальное –